среду нам снова обещают дожди. 25 июля в Сарове в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 17, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ночью плюс 19. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде пасмурно. Утром плюс 17, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Ночью плюс 19. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В столице дожди. Утром плюс 17, днем до 21 градуса тепла. Ночью плюс 18. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.